трогайте меня! Пожалуйста, только не убивайте! Не трогайте меня! Пожалуйста, только не убивайте! Пострадавших нет. Уильям Таггарт, знаменитый писатель. Так. Да такое, блядь! Чтобы выходить... Выполняем! Обзоры. Бежать без пистолета! Докладывает офицер! Полиция решила преждевременно ее прекратить и перекрыла Бродвейский туннель. Не исключено, что полицейские опасались возможных последствий после разрешения ситуации с заложниками в Шарлотте. И тем не менее, несколько столкновений все же произошло. Пострадавших нет. Прямой эфир вела Ирина. Пожалуйста, только не убивайте! Трогайте меня!
Босс, нейронный узел у меня. Похоже, он модифицирован. Что-то вроде жидкостного привода. Пусть Причард посмотрит на него. Нет. Не неси его сюда. Фрэнк все еще занимается диагностикой. Пока он не закончил, я не хочу рисковать, подключая что-то к нашей сети. Особенно, если замешаны военные. Так что же мне делать? Отнеси узел к себе домой. Я скажу Фрэнку, чтобы он связался с тобой. Проваливай, железка! Не твое дело! Ты только что усложняешь! Барьер! Не ввязывайся, придурок! Вали отсюда! Проваливай, железка! Не твое дело! Держать поздно! Не лезь, гад! Проваливай! Никогда не позволяю тебе босс записывать мне клиенты. Вас приветствует автоматический. Я люблю Детройт. Таких мест. Ты узнал что-нибудь? Пожалуйста, мне нужно знать, что случилось с Меган. Я расследовал все наводки детектива Чейза. Вы были правы, с делом Меган что-то нечисто. И что же тебе удалось найти? Я заполучил рапорт, который подтверждает опасения Чейза. Нападавшие использовали крайние меры для того, чтобы тела и снаряжение было не опознать. О боже, Меган. Адам, что это значит? Пока не знаю. Похоже, план заключался в том, чтобы не оставалось ни ДНК, ни других следов, которые могли бы на них вывести. Только вот как-то все это слишком гладко выглядит. Чейз намекнул, что офицер, который занимался делом, вел себя, мягко говоря, непрофессионально. Но тут тупик. Я не смог добраться до того парня. Но я верю, ты сделал все, что мог. Из лаборатории живыми выбрались трое. Я еще двое. Один из тех двоих умер в больнице через пару дней. Второй, лабораторный техник, был готов рассказать в подробностях все, что увидел. Что характерно, когда до него добрались следователи, он не смог вспомнить ничегошеньки. Сдается мне, ты этому не веришь. Нет, конечно. Я читал рапорты. Я думаю, кто-то добрался до него раньше полиции. Некто из правительства, человек по фамилии Мендерли, лично назначил специалиста для вскрытия в обход местного управления. И это тоже плохой признак. Безусловно. Значит, на данный момент мы не можем сделать никаких выводов? Мне очень жаль, но нет. Одно можно сказать наверняка. Кто-то очень сильно постарался стереть все следы, связанные с этим делом. Кто-то, обладающий властью, решил уничтожить все, за что могло бы зацепиться расследование. Простите, Кассандра. Хотелось бы иметь что-нибудь более существенное. Все нормально, Адам. Ты, конечно, сделал все, что в твоих силах. Я хотя бы знаю теперь, что предчувствие меня не обмануло. И ты... Скажи, ты теперь знаешь, как умерла Меган? Я читал рапорты. Она не мучилась, Кассандра, это я могу сказать точно. Спасибо тебе, Адам. Не бог весть что, но все равно спокойнее. Мне так ее не хватает. Не волнуйтесь, Кассандра, дело еще не закончено.
Не знаю, как и когда, но я во всем разберусь. Я знала, что на тебя можно положиться, Адам. Пожалуйста, будь осторожнее. Странно. Я думала, что если узнаю, что случилось на самом деле, мне станет легче. Но оказывается, что ничего не изменилось. Моей дочери нет. И она никогда больше не вернется. Я хотела бы, по крайней мере, чтобы те, кто сделал это, были наказаны. Поверьте, так и будет. Ты где, Дженсен? У меня мало времени. Привет, Причард. Я уже почти дома. Хорошо. Когда придешь, подключи нейронный узел к своему компьютеру. Я создал защищенный канал, чтобы работать удаленно. Ты можешь залезть в мой личный компьютер? А кто, думаешь, настраивал тебе протоколы безопасности? С возвращением, мистер Дженсен. Причард, узел подключен. Знаю. Теперь тихо, не мешай мне работать. Причард, мне нужно только имя, а не вся его родословная. Это не его ДНК. Это данные, которые он пытался украсть, пока его... Боже, Дженсен, этот хакер-камикадзе не убивал себя. Конечно. Ты не видел лужу из его мозгов на полу? Нет, ты не понимаешь. Жидкостный привод, встроенный в чип, он позволяет действовать через тебя. Буквально превращает человека в прокси-сервер. Значит, он работал не один. Взломом занимался кто-то, кого там не было. Именно. И этот кто-то пытался скрыться от нас, используя множество спутников. Но, кажется, мне удалось отследить его. Заброшенный фабричный комплекс в Хайланд-парке. Давай адрес, Причард. Если нам повезет, тот, кто дергал за ниточки террористов, все еще там. Адам, это Дэвид. Позвольте угадать, вы отправляете меня в Хайленд-парк? Не сейчас. Фрэнк нашел причину неполадок в сети. Из трущоб идет непрерывная передача сигнала. С территории уличных банд? Что ж, наш мертвый приятель выдавал себя за противника имплантов. Такому самое место среди пацанов из трущоб. Ясно. Уже лечу. Дженсен, будь любезен, попроси своих ули... личных осведомителей использовать более традиционные способы связи. Что ты имеешь в виду, Причард? Я нашел записку, пришпиленную к двери. Парень, проезд на Багли-авеню и Изыкиль. Это территория пацанов, козел. Даже не думай. Не волнуйся, детка, я тебя заберу. Ты спятил? Думаешь, они тебе просто так все двери откроют? Туда можно пробраться через четвертый этаж соседнего.
тебя бывает такое чувство, будто за тобой следят? Вся эта история с заложниками просто не верится. Только представьте, Уильям Таггер. Я смотрю, записочка дошла до тебя. Сандерс, ты рискуешь, назначая встречу рядом со штаб-квартирой шерифа. Рискую не больше тебя, учитывая, что именно ты позволил мне уйти. Но я не намерен тут задерживаться. Да? Так в чем же дело? Я немного навел порядок после фабрики. И кое-что выяснил об этом подлеце с проводами в голове, который подставил нас с братом. Гаденыш оставил нам записную книжку. Там не сказано, на кого он работал. Зато есть коды доступа, имена и всякое такое. Почему ты отдаешь ее мне? Может, мне не нравится быть у тебя в долгу? А может, я понял, что послал змею убивать змею? Или бери, или давай отсюда, идиот. В любом случае, я свой долг оплатил.